Тут в тракторе есть второе место сидячее, зачем? Для голландского штурвала, очевидно. Ну да. Я одну залупу пригнал. Сейчас вот с магазина домой шел, да? Так. А я типа в наушниках такой думаю, ну, бля, сейчас в рейд запрыгну нахуй, сумки тяжелые. И тут я смотрю, мужики рабочие стоят, думаю, хули они тут стоят. Смотрю, там, блядь, в шахте лифта нет лифта. Я такой, ну, бля, ну, охуенный. Нихера себе. В принципе, кайфово. Лифт украли? Да, похоже, лифт украли, блядь. В инструментах в вкладке животные цистерны. Что? А я там в прицепе, а? Нет. Выселили нахуй, увезли, все, забрали. Плуги, активные буровы, значит, навозоразбрасыватель, это я. Такое реально есть, что? Да. Давай три. Давай три купим. А, нифига, там, короче, такие две спирали, они крутятся. О, Миша! Че? Где-то есть нужно. Пили давай. Получай тупое дерево. Надо машину купить, вот что я думаю. Да. А нахуя? Доктор, я боюсь сов. Доктор, вы меня слышите? Ого! Полкилометра в час, не хочешь? Миша, я, конечно, тебе срать разрешаю, но вот жопу взирать нельзя. Может, наоборот? Mm-mm. Да хватит деревья убивать, таля. Ты скажешь, что они тебе мешают? Вот я разъебал дерево. На. Что на, блядь? Сука! Я пень спиздил. Где пень? Пень призрак. А у меня пень-то есть где? Смотри, пень. А где пенек, который под Мишин трактор положил? А, я его спиздил. Туда выбросил. Не, нихуя, он под Мишей. Все, он не едет. А где куры? Вон есть могилки какие-то. Моя баба. Я не могу тебя дарить. Моя будка. Я буду сидеть на будке. Моя будка, пошли нахуй. Блин. Собаку? Что с ним происходит? Блять, ты чё собаку залагал, ебаный рот. Всё, нахалывает. Сейчас я в курятник деревяшку кину, чтобы веселее было. Корм для свиней. Пшеница? Да, это для курей, Костя, я купил корм для свиней, всё. Для курей, да, я купил корм для свиней, что? Так, я со склона трактор сбросил. Так, разные. А, вот разные, так. Ну, чё там? Так, автобус для курей на месте. Куры! Кура, кура, кура. Еба, какие классные куры. Чё, бай, вот это у нас гучи машины, конечно. Нихуя я скоростной. Блять. Что, сука, такую блядскую? Нихуя! Все, пусть так стоит. Артхаус. Биря, как поить курей? У тебя они были, я знаю. Были до поры до времени. Ну, что с ними делать-то? Короче, берешь, делаешь старую проводку, чтобы она сгорела. И все. Блин, ну смотри, короче, на наш функционал, смотри, значит, есть машина с цистерной, в которой вода. Ага. Что делать? Это самое, Костя, а как им семена... В них коробкой кинуть их? Да, пусть сами разбираются. Так, куры, ну забирайте. Хавай. О боже. Это явно не так должно работать. Типа вот. И хули они не хавают. Я не знаю. Жри. Им целый ящик принёс. Что забрать надо? Ящик с... К-
Как я его, сука, без погрузчика заберу, блядь, ты шиз. А, точно. Ну тогда никак, наверное. Жду тебя, чё? Можешь не ждать, я уже пытался. Давай, давай еще один купим, чтобы перевернуть этот. Перевернул так-то. Какого черта ты там творишь? Я его перевернул. Все нормально. Поехали. Нет, закрывать не надо, ладно. Это странно. Чья? Я упал. Сейчас я попробую себя. Ай! Все, погрузился. Все, ехай, 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 ехай. Я упал. Я буду обороняться. Ё-моё, что творится? Украинский блокпост с бензопилами. О! Поехали. На. Спасибо, блядь. Ой, сразу, а. Нормально жить не можешь. Давай попробуем. Опа! Ты выжившие будут завидовать мертвым. Костя, где ящик? Я ж вместе с тобой его заберу. Не отдам моё. Хуям хавать надо. Хуям, да. Всё, уйди отсюда, да ничего, моё. Твой одумайся. Блять, реально. Чё за трэша? Это считается полем, Костя, у нас есть поле. Вон, смотри, вот огрызок и... О, вот реально. Это огород теперь, а не поле.